В России поезд проехал через пылающий лес. Пожары охватили 66 тысяч гектаров леса в Амурской области, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях. В России вновь полыхают масштабные лесные пожары. В Хабаровском крае поезд вынужден был проехать сквозь горящий лес, сообщает ТСН в понедельник, 14 мая. Потрясающие кадры, снятые из кабины машиниста. Сначала поезд окутывает густой дым, и с каждым метром ситуация становится все хуже. На одном из отрезков дороги огонь вплотную приблизился к путям, говорится в сообщении. При этом закадрово слышно, как кто-то из бригады кричит: «Давай, давай газ!» По данным МЧС России, пожары охватили 66 тысяч гектаров леса в Амурской области, Забайкальском, Красноярском и Хабаровском краях. Ранее сообщалось, что в Днепре произошел пожар в деревянной постройке, в результате которого 3 человека погибли, еще один пострадал. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.